Сборная Сургута по армейскому рукопашному бою приняла участие в открытом турнире в Тобольске. Спортсмены привезли командное золото. В соперниках у сургутян было 12 команд из разных городов России. В личном первенстве из 8 наших бойцов 7 в призах. Сейчас они готовятся к чемпионату Югры, который состоится в Нефтеюганске. Я как бы ожидал, что выступлю как хорошо. Первый бой я выиграл. Второй бой проиграл за выход в финал и дрался за третье место. И победил, занял третье место на соревнованиях. Остальные заняли первое место, заняли два человека, заняли второе место. И вот один человек у нас остался без медали. А так, в принципе, вся команда в призах.